Друзья, всем большой привет! С вами Виктория. Сегодня готовим тыквенный пирог. Получаются тыквенные пироги очень вкусные, ароматные, пышные. Сейчас как раз самый сезон, и если вы не знаете, что приготовить из тыквы, то приготовьте эту вкусную выпечку к чаю. Вы не пожалеете, готовится все просто, быстро. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Сначала займемся тыквой. Тыкву я очистила, нарезала и натираю ее на мелкой терке. В общей сложности у меня получилось 300 грамм мелко натертой тыквы. Замешаем тесто, в миску выбиваем 3 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли, 160 грамм сахара и взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса хорошо побелела, увеличилась в размерах. Этот процесс может занять 5-7 минут. Далее снимаем цедру одного апельсина. Вместо апельсина можно использовать лимон. Снимаем только оранжевую часть, белая часть горчит. И выдавливаем сок апельсина. И добавляем в тесто цедру одного апельсина. Сок половины апельсина, это примерно 1 столовая ложка, 1 столовую ложку экстракта ванили и 80 мл растопленного и остывшего сливочного масла. Все недолго перемешиваем миксером. И просеиваем 150 грамм муки. И 2 чайные ложки разрыхлителя, это 10 грамм. И добавляю 100 грамм измельченных орехов. У меня измельченный фундук, я покупаю уже готовый, 100 грамм. Можно просто измельчить грецкие орехи или фундук. Либо, если у вас нет орехов, то заменить 100 грамм орехов на 100 грамм обычной муки. То есть вместо 150 грамм муки добавить 250. Орешки придадут определенный аромат тесту, получится очень-очень вкусно. Попробуйте так приготовить, вам понравится. И еще раз недолго перемешиваю миксером. Слишком не увлекайтесь, нам нужно, чтобы масса осталась пышной и не осела. И в самом конце добавляем натертую тыкву. Тыква придаст сочность и сладость пирогу, а аромат у нас будет с апельсиновой цедрой, с апельсиновым соком, экстрактом ванили. Вы можете добавить другие ароматизаторы, например, мускатный орех, имбирь, все по вашему вкусу. И еще раз все перемешиваем. Друзья, ориентируйтесь по своей муке и по сочности тыквы. Я вот смотрю, что еще муки немного недостаточно, и еще добавила 2 столовые ложки муки. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Духовку ставим разогреваться на 180 градусов, подготавливаем формочку. У меня формочка диаметром 22 сантиметра. Я ее слегка смазываю растительным маслом и выливаю тесто в формочку. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Друзья, тыквенный пирог у меня запекался в течение 45 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. С помощью двух тарелок перекладываем пирог на блюдо. И посмотрите, какое тыквенное чудо у нас получилось. Давайте же я вам отрежу кусочек и покажу, какой пирог получился внутри. Посмотрите, какая красота! Друзья, получилось очень-очень вкусно. Пирог получился пышный, аромат. Это отличная выпечка к чаю, которая понравится любому. Обязательно попробуйте приготовить этот вкусный пирог. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал.
Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.